Добрый день, уважаемые покупатели. В данном видеоролике мы подготовим к работе подавитель Scorpion 8 Spy. Все очень просто. Выбираем способ подсоединения зарядки. В данном случае это будет от 220. Зарядку подсоединяем к разъему питания. Заряжаем прибор не менее 4 часов. Включаем кнопочку ON. Прибор работает. Спасибо за просмотр. Всего вам доброго. До свидания.